Вновь приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем играть в древние свитки 5 Skyrim. Проходим мы сейчас модификацию Falskar. Вот, что произошло, значит, вне записи. Вне записи я все-таки сгонял в Skyrim и открыл этих долбанных драконов. То есть я сгонял на ветреный пик, там забрал этот коготь, отдал его Лукану, ну потом, ну, который в Риверуде торгаш. И, соответственно, табличку эту отдал этому магу, как он, Фарингар, который у Балгруфа Ярла. В Вайтране тусит. Все, после этого активизировался дракон, мы его быстренько грохнули. И таким образом мы теперь получили, ну, как бы, доступ к крикам, да. И теперь драконы, по идее, должны активизироваться. Они должны начать летать везде, чтобы мы могли их убивать и, ну, воровать их, блин, души для криков. В общем-то, все. То есть, на этом, как бы, и закончили. Потом я сразу сюда отправился, и вот сюда мы с вами начали. Ну, еще я зашел к этой, как она там, к алхимичке, к этой, и она... научила меня немножко алхимии. Что-то, по-моему, это аж два уровня апнул, что ли. Так, ну куда-то бабочка эта улетела, долбаная. Вот, также вместе с этим я выучил перк от алхимии, по-моему, какой-то. Ну-ка. Вот, 51 у меня алхимии, то есть здесь еще, блин, целых 9 очков надо. Будет 80%. Вот, я выучил экспериментатора, то есть что... чтобы не тупить, да, не мучиться, постоянно там не смешивать. И отравителя. Вот. Просто хавнул ингредиенты. Ты уже первые два свойства его знаешь. Так, хорошо. Чего дальше-то? А у нас задание основное — форт Юрок. Прийти навстречу у подножия форта Юрок вы с Агнором. Но, прежде чем выполнять это основное задание, я предлагаю сгонять и все-таки попробовать затащить этого Ярика-крушителя. Может быть, теперь у нас получится, мы все-таки более крепкие стали. Нам вот сюда. Хочу попробовать растащить вот эти побочки все закрыть, которые здесь имеются, чтобы приступить полноценно к основному заданию. Не знаю, правильно это или нет, но вам вообще разницы нет, с какого конца вы начнете, а? Блин, напугал, придурок. Так, это место, конечно, я помню. Нам тут нахлобучили так неплохо, если вы следите за прохождением от начала. Так, а, они еще не наспаунились. Здесь же мы все-таки всех их вывезли. Ярик-крушитель находится там. Внутрях, так скажем. О, ученик. А шмотки-то наспаунились, да, походу? Да ты че, мать твою, заново-то? Как-то так-то. Во. Так, и слабое зелье. Отлично, у нас по зельям все-таки все плохо. Но восстанавливают они уже по... Можно сюда зайти, да? Подожди, а куда показывает? А, с этой стороны. Но восстанавливают они у меня уже по 60 с лишним хп. То есть, как бы, растем в алхимии потихонечку. Это замечательно. Скоро станем мастерами. И там будут вообще отличные зелья у нас получаться. Это хорошо. Я по-моему, ни разу алхимию до конца не докачивал. А так вот, что-то целью задался. Так, а Ярик что, прямо где-то здесь уже, да? Но он там не один. В том-то и проблема. Идет сюда. Ну-ка, а может он один нагрится тогда? Протелла. Только не зови под крепу. Аккуратненько здесь с тобой разберемся. Маркурию, придурию. Давай. Аккуратненько снимай их там, братан. Нам не нужны. Блин, давай. Маркурию, кстати, жахает-то уже неплохо. Сами видите, что исполняет. Тоже растет парень вместе с нами. А как-то можно посмотреть его? Боги улыбаются тебе. Характеристики нет, нельзя. Тогда пойдем. Вот, сейчас решил покопить на дом немножко. Надо 5000, чтобы в Вайтране дом купить. Мы же теперь там. Вайтрана. Так, аметист, золото. И надо 5000 собрать. Мне тупо нужен сундук, чтобы хлам складывать, потому что наш Маркуриук без конца не сможет тащить шмотки. Так, аккуратно спускаемся. Так, тут кто-то умер, да? Железорудная, надо бы... Так, золото, слабое зелье. Для чего? Я ожерелье забрал. Того сам не глядя. Так, а где кирку взять?
Должна же, в таких местах должны кирки быть, ё-моё. Херня какая-то, ладно. Нам железо-то нужно, я все-таки в процессе потом планирую как бы заниматься кузнечным делом. Какой я воин без кузнечного ремесла? У тебя нет кирки? А то, может, я тупо просмотрел. Да где-то по-любому здесь ее можно будет надыбать. Так, Ярик у нас ходит, видите? Где-то совсем близко. Демерский меч, еще один. Давайте заберем, потому что все-таки он что-то стоит. Так, все, пригибаемся. Потому что мы подходим к боссу. Так, назад, 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 назад. Маркурио, не согрей Ярика только, прошу тебя. Братан, не беги туда, не беги туда. Пусть они сами за нами бегут. Громила, кстати, сука. А громила, они непростые ребята. Так, двое. Маркурио, давай-ка ко мне. Нет, он ко мне не пойдет сюда. Нет, идет, 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 идет. Ух ты, ёп! Нет, все, уходим отсюда. Кайтим, кайтим. Их слишком много сразу за нами собралось. Это без вариантов. Не знаю, слышали ли вы мои речи. А то опять как-то все зависло с загрузкой. Я говорю, несмотря на то, что мы 22 уровень, мы не втащим такую толпу. Там громилы, разбойники, там же все в куче. Надо по два хотя бы. А это все жопа. Там их пятеро или шестеро нагрело, судя по точкам. Они же меня в труху вотрут. А как к ним подойти поаккуратнее, я даже не представляю. О, смотри, ну раз, два, три, четыре. Пятеро точно. Шестой, да? Если не семеро, мать его, за ногу. Такой бред. Сюда надо с армией идти. Но никак не в одно рыло. Да даже в два рыла мы здесь не затащим. Хоть с 40 уровня будет. Там сколько громил. Одного Ярика я бы выпулил, конечно. Но это бред. Вот. Я, кстати, зашел в Скайрим. Там ведь все далеко не так. В Скайриме не такая сложность. Вот реально. Вот здесь тяжелее гораздо. И пошел разработчик нахрен, который говорит, что... Ох, ёб твою мать. Я еще не вижу же ничего. Который говорит, что здесь можно с любого уровня. Да нет, далеко не с любого, друзья. Здесь слишком завышенная сложность. Так, надо отойти сюда хотя бы. Тихо. Блять, что, не ушел, что ли? Я что за... Ну, от... конечно, фонарик уткнулся. Что за глупень? Тут вон громила на каждом шагу. В Скайриме такого нет. Да, у них там банды возглавляются громилами. Но тут-то каждый второй громила. Хватит. Пиздос, конечно. Фаталити. Разъебалити, убивалити. Да, ладно. Хотел без матов, но походу не получится. Просто громила мне в спину воткнет стрелу, да? Нет, он должен тогда на нас выйти. А по одному уже проще будет. Маркурио мощный стал, действительно. Ну, смотрите, сколько у них хп. Я говорю, в Скайриме они проще, действительно. Почему так, я не знаю. То есть, по-моему... Блядь, это что такое было? Ты что, щит не берешь? Ой, придурок, сука. Это еще называется не проснулся. Пошла в баню. Так, Маркурио, ты помогать-то будешь? Она меня кончит. Я все-таки не с каким-то там маленьким разбойничком дерусь. Это, сука, громила, которых тут, блядь, до жопы. Чем меня очень пырит, а? Ну, по одному, ладно, по одному с дюжим, конечно. Хватит. Сука, я что, пропустил? Да ебать тебя колотить.
А Ярик, наверное, по стиле как трое громил. Маркурио, давай. Наверное, я сюда рано пошел. Не, ну реально. Такой квест себе странный. Он вроде побочный, но он для высокоуровневых персонажей, похоже. Так. Ладно, минус один. Уже радует. Восстановление повышается бесполезное. Пару навыков из него, что ли, взять? Мы его так прокачаем с вами. Так, что, давайте аккуратненько. Еще по чуть-чуть выпуливать. Это что? Серебряная. Во. Да куда вас такая кучка-то? Ну вы что? Начинается. Маркую, давай, тащи сюда. Тащи их на нас, тут вариантов немного. Всем паровозиком просто. Так, ой, бля. Я говорю, это вообще не вариант. А прикол в том, что за нами они не пойдут на улицу. Попрыгать, что ли? Назад, 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 назад. Так, сохраняемся. Да придурок, здесь я. Рано махнул, конечно. Ой, Маркурио не там стрельнул, не там стрельнул. Почему боты такие тупые, а? Все, вон он, паровозик. Дальше можно не играть. Пошел нахуй. Очень интересно, пидор. Try again. Да иди нахуй, блядь. Выхода даже не вижу. Пидорас ты, Маркурио, долбоеб, блядь. Учу тебя как надо. Все, нахуй, назад. Назад, блядь. Маркурио, шлюха. Все, вот здесь можно начинать. Давай. Не успел. Нельзя туда в кучу вообще. Нас, от нас там мокрого места не останется. Вы сами все видели. Сука. Отлично, успел. Тут каждый второй громила, в том-то и проблема. Если бы это были бандиты. Вот не вижу, что он делает вообще. Блять, как так? Я же под щитом был. Ну что такое? Так, все. Собрались. Сколько зелий надо, а? Я от бешенства, кстати. Можно там кого-то чпохнуть. Но там в том проблема, что у меня яды-то тоже бесполезны, видите. Проблема в том, что как только время бешенства кончится, то они перестают атаковать. Я тебе поздаюсь, ушлепок с саной. Так, ладно, надо подлечиться. Друзья, извиняюсь, конечно, что в темноте, но понятное дело. Я ж не знаю, что здесь такие места глухие. Нет, 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 меч. В эту руку, в эту факел. Тут в этих кнопках путаешься. И самое-то хреновое, что эти громилы, они нищие. У них нифига интересного. Просто вот шляпа. Я вам тут гарантирую, тот же Ярик тупорылый будет тоже нищий. Пацаны, давайте. По одному, по одному. Ну, по двое. Так, все, отходим. Да, блядь, пошел нахуй! С дороги! Ебанат, блядь. Ну, да все, их там пиздец скопилось. Давай, бандита, кончим. А потом выйдем отсюда. Блядь, вышел. Пизду. Там еще маг. Так, все, похоже, мы здесь
Ой, как же это называется-то? А, замазались. На азартном сленге. Я ж теперь не уйду отсюда, пока не разберусь с ними. А тут можно, по идее, отходить. Побить, отходить, побить, отходить. Они же, у них здоровье-то не восстанавливается. А что, все? Да ебать тебя, срачельник. Так. Да почему никого? Вот, я здесь. Пожалуйста, среагируй, сука. Да, 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 ёб твой. Почему опять-то вас целый хор? Маркурио, давай. Тащи их там. Но он не может, они его кусают. Я туда не пойду. Может быть, ему удастся бандита добить. Я начну отходить потихоньку. Ой, Ярик-крушитель, кстати, уже чуть-чуть похавал. Маркурио, давай, 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 давай. Помочь пойти. Бандита надо, мага выключить. Блять, ты где он там? Все, 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 блять, уходим. Уходим отсюда. Мага выключили, уже полдела сделано. Так, Маркурий, по-моему, лег там. Блин, а что у меня? Или здоровья у меня много, или восстанавливается так плохо? Это что такое? Ее еще не хватало. Стоят две рожи. Я вам потом не займусь. Так. Не знаю. Давайте сохранимся. Сидят там такие, рыбачат, да? Мужики на рыбалке. О, Ярик один! Ай, блин, у нас Маркурио совсем плохо. Блять, промазал за ней. Маркурио, давай, ты бы лучше подлечился, слышишь, братан? Ты бы лучше просто подлечился, потом бы занялись. Так, подожди. Не, ну там другой пришел. Все, он расфокусировался. На одном уже не смогли сфокусироваться, потому что другие. Что-то, как это понимать-то, блин? Почему у меня вылетела запись при переходе в локацию? Слушай, а что-то я реально очень медленно восстанавливаюсь. Да иди в жопу! Совсем плохо. Маркурио, пошли. Дело не сделано еще. Я добью этого черта. Ну, ты добьешь, а я потанчу. От меня, потому что урона нету вообще. Да опять они целым паровозом, а. Да ебать эту ловушку, сука. Она постоянно срабатывает. Посмотри, что. Давно уже ее юзнул. Давно уже жопой на нее свою упал? Нет. Так. Ну чё, сучьи дети. Ну-ка, попробуем. Есть же у меня все-таки. Подожди, у меня же есть свитки какие-то еще. Огненный шаром призвать буру, ужасный зомби, массовый паралич, катавасию. Это не сработает. Ну-ка, давай здесь. Может, заденем кого через стену. Нет. Не подействовал. Истерия. Бегство. Но Ярик, он не 12 уровня, точно. Ой, Маркурио, сорян. Да иди нахуй, блядь, извращенец ебаный. Так, короче, на них это все не действует. Что у нас с ядом?
Зелье. Яд. Бешенство, который... Нет, это тоже не подействует. Слишком они высокого уровня. Это уже все в прошлом. Но радует то, что они подкоцанные. Я его, конечно, попробую, но я не уверен. Так, бешенство. Ну, там я сейчас Ярик этот выйдет. Глупый, сука, под стрелу. На. О! На него подействовало. Вот это уже хорошо. На 10 секунд мы реализовали яд. Свой. Ну это все это. И это все на этом. 10 секунд уже прошли. Пошел. Ой, все, Ярик бежит. Да пошел ты в пизду. Со своими ебаными фаталитями. Слушайте, мне надо, короче, алхимию реально проучивать. Давайте кто-нибудь один, а? Маркурио пошел. Но они по одному не пойдут. Вот чё, как? Чем воздействовать на этого долбанного Ярика? Сопротивление холоду. Урон магии. Вот магия это вообще, ну нахера, ну надо-то. Абсолютная. Абсолютная херня. Нет. А хотя можно и сюда нанести тоже. Но мне надо на лук. Бесполезный, конечно. Блять, громила на меня переключился, пиздюк. Попробовать добить его, пока Ярик этим занимается. Но это из разряда нереального. Да ёб твою мать-то нахуй, а! Подожди, это мы где? А, это мы здесь. Блин, да их двое, ну уже тяжело, уже не катит это вообще. Давай, давай. Именно громилу, молодец, я тебе помогу. Очень странно, что он сразу на меня агрится, придурок. Отлично, все. F5. Занимаемся Яриком. Нет, ну кстати, по силе он как обычный громила, пацаны. Ну да, только фаталити, блядь. С удара, нахуй, пидор. На, сука. На, блядь. Еще на, пидор. Сука, заебал, черт. Так. О, давай вот это вот. Может быть, получится, он послабее будет. Так, а я хотел это. А, сука, держи. Ебаные капканы там под ногами. Пиздец, еще какой-то залупоносец там пришел. Вари его, вари, Маркурио, блядь. Ну хули ты... Ебаный бот, блядь, тупорылый гондон. Сука, тупой, пидор. Грабитель. Это... Блядь, я все понял. Это вообще, походу, имбища страшная. Кто-то еще есть. Смотри, я вообще не восстанавливаю здоровье. А почему? Какие у меня есть хуевые активные эффекты, которые мне мешают так делать? Хуй знает. Я вообще не восстанавливаю здоровье. Неужели у меня прямо его так много уже, а? Ай, жесть. Слушайте, надо просто вне записи идти и искать.
искать ингредиенты. И это несмотря на то, что у меня якобы блокирование отбивает стрелы. Не пропускает выстрел. Но это же бред, конечно. Блять, пиздец. Я уже сдох, нахуй. А грабитель он вообще не работает. Ой, блять, все, я понял. Я забираю. В следующий раз, мадам. Пошла ты нахуй в спину стреляешь, животное. Где там ключ с этого дебила? Дальше я не пойду. Крушитель Ярика. Я понял, конечно. Так, ключ от украденных Яриком товаров. На случай, если я забуду. Все, здесь ловить нечего. Маркуя, уходим. Основную задачу мы выполнили, остальные пусть просто сосут нахуй. Мне неинтересно дальше здесь колупаться. Абсолютно немощный, блядь, еблан я. Все, уходим. Попробуем на набережной тех уродов побить. И на этом все. На этих грабителей ссать с высокой колокольни, реально. Чмошники. Так, я, кстати, не прочитал. Что там такое-то на случай, если я забуду? На случай, если я забуду. Книги здесь. А здесь ты отыщешь сокровищ много. И если забыл, вспоминай дорогу. Иди вниз по холодному камню и слева увидишь нужную спальню. Наткнулся на хлеба куски ты. Поверь, оставил в сторонке ты нужную дверь. Сокровища там, куда смотрит злокрыс. И где грязяка в ожидании завис. А, так там еще и сокровища. Блин, надо туда идти и грабить этот форт. Мне кажется, что мы поторопились, уходя оттуда. Так, вы кто такие? Головорезы опять, бандиты. Громила раз. Да два громила, ну и чё? Опять я должен дрочить писюн? Опа. А чё, это он решил напасть? Давай. На лучника ведешь? Я поблокируюсь. Маркурио пока дело сделает. Не, он реально уже жжет, да, пацаны? Маркурио уже сила. Слушай, ну мне плохо так-то уже. Ты бы быстрее не мог там, а? Хуй тебе. Я успел впервые. Отлично. Он мой. Я принимал фраги. В смысле, урон на себя. О, вроде, посмотрите, побыстрее, да, начал восстанавливаться. А там что-то совсем как мертвый был. А может это как раз я был под действием этого топора долбанного Ярика, вы помните? Там же было написано, крушитель Ярика. Стоп. Обязательно. Что крушитель Ярика типа замедляет восстановление. И до сих пор, наверное, эффект на мне висел. Здравствуйте. Почти попали. Чувак. В упор стрелять не очень эффективно. Если ты не леголаз, конечно, какой-нибудь. Так, Маркурио, а ты бы не мог сюда подойти? О! Ну, хотя бы оттуда стрелять, какая разница. А что ты впритык-то ко мне стал? Гомосятина, что ли, а? Я тебя тогда тем более замочу сейчас. Очищу мир от этой скверны. Неугодной природе, блин. Ну, давай. Ну, вот и все. Вышли мужики на рыбалку. Но они, кстати, сами напали. Я бы, конечно, тоже на них напал все-таки. Но тут я стоял, восстанавливался, а они напали. Так что пусть нахер идут. Так, надо будет, короче, как-то нам с вами просто кучу ингредиентов насобирать где-то. Я не знаю. Потому что с зельями просто беда. А я не боец без зелий-то совсем. Что у нас там по уровню? Скоро 23-й, по-моему. Ой, жесть какая-то. А что там такое горит, вы видите, тоже впереди. Так, ну что-то я так это, не хочу бросать этот форт. А что по заданию надо? Найти товары, захваченные при нападении на караван. Ключи сундука с украденными товарами у меня, нужно найти их, постараться вернуть. А, ну вот, это и, про это и было.
Это про это и говорилось. То есть здесь мы еще не закончили. В этой записке говорилось как раз про эти сокровища. То есть там надо ориентироваться на злокрыса, на дверь. Но нам все равно придется обследовать весь форт, друзья. Так что я не знаю, я, может быть, все-таки вне записи побегаю. Еще ингредиенты пособираю. Мне нужны именно на здоровье ингредиенты. И их надо очень много, реально. Так, там кролички, оленюшки. Сколько время? Уже вечер. Вот, так что большое спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, серия вам понравилась. Да, она матами такая обремененная. Я, конечно же, пометку сделаю, чтобы вы не смотрели при родителях. Вот, всего вам самого хорошего. Берегите себя, свои семьи, здоровья вам крепкого. И все, всем пока, друзья.